неизбежная часть медали, так скажем, обратная сторона медали. Я убежден, что здесь главная победа, вот на этом ковре. Да, у нас был разговор, он мне сказал сосредоточься, выиграть третью олимпиаду, и потом мы поработаем. Я понимаю, что я должен это сделать. Я отложил все свои дела, я ограничился полностью от всех своих забот. Обижаются слабые люди, а сильный он переступит и пойдет дальше. Что дает уверенность мне на сегодняшний день? Я боролся всю свою жизнь вот в этой категории. Все будут настраиваться на меня, потому что это у меня третий цикл, третья олимпиада. Все знают, что я туда готовлюсь, и, соответственно, нужно быть на голову выше всех.